Мы продолжаем играть в Айзека, потому что на чертовой почте выходной, и да. Я позвонил, там никто только не берет. Погнали, челленджи, да. Надеюсь, никто не ушел особо. Darkness Falls, поехали. Новая комната, такую я еще не видел. Я не знаю, сколько у меня хп. Надеюсь, что много. Стой, говно. Ну, не посмотрел я, что сегодня четвертая, да. У меня даже в календаре четвертая отмечена. Ауч! Так, видимо, у меня один хп был, да? Оки-доки. Возможно, я сейчас сольюсь нахрен, а может быть и нет. Нет. Так, мне до Шиола, черт возьми. Мне пилить аж до Шиола. Крикет хэт. У меня 2 хп было. Не знаю, есть ли у меня тут удача, но это Ева, и я не буду. Я не буду особо пилюлю жрать, например, как обычно. Так, дайте мне мое хп. Благо, что это нормал, поэтому боссы дропают хп после смерти. И все остальное тоже в наличии, включая лут, включая небольшое количество мобов-чемпионов, включая не всех чемпионов. Но, как я уже говорил, разницы я особо не вижу между нормалом и ненормалом. Разве что вы новичок, тогда да. Но, блин, может его перестанет уже разрывать на куски? От малейшего прикосновения. Damage up. Let's go. Режим грид, мобы, там, короче, центральная комната, две сокровищницы, магазин, комната с шипами. В центральной комнате кнопка, кнопку нажимаешь, мобы спавнятся волнами. В конце босс, потом мегабосс, потом комната с дьяволом открывается. За каждую волну мобов тебе дают монеты. За монеты в магазине покупаешь артефакты. Также берешь артефакты в сокровищницах. Несколько таких уровней, потом мегабосс, ультрагрид. Режим сломан абсолютно, потому что там можно его поломать легко. Локап. Ауч. Если ты там берешь Blood Bank, ты в шоколаде. Потому что там продаются сердца, и ты за сердца можешь... То есть ты можешь стоять на сердце, спавнить монетки... И все остальное тоже делать. Так, ок. Что по ветке? Ничего по ветке. А что с по ветке? Мнение мое не поменялось. Ремонт не продолжился особо. Дома так что... Когда-нибудь, но ветка это не обязательный атрибут. Так что как-то так. Оу, козлиная башка. Значит, я могу сделать полный угар и садомию, и сейчас укокошить босса просто в легкую. О, монеты. 11 центов я хочу.
Блин, эти водные уровни, они клевые, но они такие странные. Оу, ни хрена себе. Это его нормальный взрыв или что? Или нет? Или мне кажется? Ага. Так, ну в магазин, конечно. Сюда, конечно. Так, дайте, пожалуйста, ключик. Ключик мне перегодится. Великолепно. Жижи. Дэмэдж Тирзап. Погнали. Это челлендж. Мы проходим челленджи сначала. А, вообще весь сейф сначала я прохожу. После выхода Afterbirth. И, собственно, сейчас время старых челленджей. Новые челленджи пройдем потом, когда я открою сундук. А желательно еще и Dark Room. Если что-то там в Dark Room есть, то я хотел бы... Ну, я хотел бы просто заняться челленджами на каком-то стриме, как вот сейчас. Только новыми. Для этого надо все открыть. Блин, это говно очень быстро, но оно ваншотится. Не знаю, сколько у него хп, но мне кажется, один. Кози здоровье дает. И все. Выполняет красное и добавляет синее. Ну, насколько я понимаю. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, только пополнение здоровья. Ауч. Внезапное дерьмо. Оу. Опять дерьмо превратилось в пауков. Я даже спрашивать не буду. Айзик такой, Айзик. Хоу, я еще больше стал. А где, блин, нет, я не понимаю, где озвучка. Я решительно не понимаю. Гринстоун, приветствую. Окей, давайте мне еще одну бомбу. У меня собака сейчас с ума сходить будет. Просто будет сходить с ума. Потому что люди начинают с работы возвращаться, и они там ходят, а она на них гавкает. То, чем занимается моя собака. Блин, орбиталы мощные стали. Или может они такими должны быть, я не знаю. Что угодно, Крампус. Отлично. Голова даже лучше. Потому что дамаг у меня есть, а вот артефакт активный у меня абсолютно бесполезный. Так. Опа. Не зажали. Ха-ха. Даже не пришлось использовать артефакт. А, да, кстати, насчет... Если вы слышите скрип стика, надеюсь, этого не происходит. Я знаю, что вы слышите тык-тык-тык. Вот эти. Но не знаю насчет скрипа. Я разберу сегодня геймпад почищу. Если вдруг это вас беспокоит. Хотя, мне кажется, только я на это внимание обращаю. Теперь в зависимости от размера голос меняется у персонажа. Готовченко.
Ну ладно. Делает она вот это. Такие дела. Привет, Зипрулс. Я думаю, мы быстро пройдем этот челлендж сейчас. Уже считайте, почти глубины 2 прошли. На черт, ну ладно. Вау. Все-таки придется это сделать. Так, наверное, еще вот сюда заглянем, посмотрим, что у нас тут есть. Нет, хотя... Да, там же теперь есть сделка с дьяволом, так что почему бы и нет. Так, это обычная рука или... Обычная, хорошо. Костяная рука, это, конечно, намного хуже. Дэмэдж просто шикарный. Блин, главное не принимать в себя дэмэдж. Так, а это что такое? Лил Лярва, the poop is moving. Какая-то маленькая лярва, личинка. Ауч. Hell yeah. Он тот маленький звездюк. Да. Так, если что-то очень стоящее, то да. Если нет, то нет, нет. Нет. Ничего абсолютно стоящего здесь нет. Ты ж ушел? Вам показалось. Это галлюцинации, вызванные отражением света Солнца от Венеры. Ау. Ау. Ну, появляться-то будем, нет? И, может быть... Может быть, если я сейчас найду сделку с дьяволом. Че, если... Или если я ее не найду. Короче, если у меня будет куча хп, то да. Если нет, то нет. Кстати, мы, по-моему, сейчас Абадон открываем, нет? Я не помню, если честно. А может быть что-то другое. Так, хорошо, HP up.
Черт, ну ладно. Да, я думаю, мы сделаем это. Так аккуратно, аккуратно шел. Что они, блин, с игрой сделал, не получил урона, прожал книгу Белиала, и сделки нет. Книга Белиала теперь дает немножко не те шансы, что ты думаешь. Пентаграмма в пентаграмме. Интересно, сколько их можно наспавнить таким макаром? Так, Эмперор, Джокер. Джокер, конечно, пока что. Я хочу собрать кота. Блин, Сагдагер — это отличная вещь. Абаддон открывается за Азазеля, когда проходишь сундук. А здесь что-то другое. А, ну, может быть. На Вайзеке всегда все было не очень связано. Но теперь ждем, пока апнут Азазеля обратно. Потому что то, что есть, это, конечно, позор, позор, позор и позор. Хорошо, что я дальше не пошел. То я вообще не в том направлении двигаюсь. Блин, пентаграммы каждый раз рисуются, а они даже не используются. Просто поднимаете. Ну это пепел, наверное, какой-то, я предполагаю. Какой-то эш. Эш, эш — это пепел. Ну, снова озвучка есть. Так, ключик возьмем. Мы еще вернемся назад. А, блин, это уже сошло бы за босса, если честно. Но это не босс. Ауч. Так, кто боссом будет? Надеюсь, не мамка Герди. Хотя у меня для нее есть небольшой сюрприз, который ее смертельно удивит. Нет, это не она. Но вот ему тоже пиндос. Отлично. Джи-джи. Джи-джи. Мяу. 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 Немножко замученный кот в моем исполнении. Потому что этого кота сегодня замучили. Кай. Тут что? Неинтересно. Все еще неинтересно. С котом я редко сливаюсь. Неужели нет? Ну ладно. Все еще нет? Ладно. Я разбудил сестру? Отлично. Кажется, ау. Ау. А что случилось? Кто-то умер? Заяву проходили, так что, пардонте, ребят, не сегодня.
И не на челлендже. К ветеринару меня сводить не надо, там кастрируют, я не хочу. Убедительно вас прошу, не стоит. Ребят, чем этот прыщ сдался так? Он выносится абсолютно одинаково со всеми комбо. Хоть с имбой, хоть с донышком. Так, мне не сюда. Хорошо. Ну, вернее, плохо, конечно, но хорошо. А здесь что? Нет. Труса, от труса слышу. Так, ну мне нужны синие сердца, например. Не помешают, так скажем. Черт. Я надеюсь, что я не сдохну, пока дойду к боссу. А то это будет ололо года. Шел-шел и умер. Терзап, отлично. Упс. Какая незадача. Да хватит, Айзек, везде пентаграммы рисовать. Это несерьезно. Это дурацкий артефакт. Раз, два, три, четыре, пять. Ау. Немножко в тайминг не попал. Самую малость. Как вам? Сатана получает дамаг от пентаграммы. GG! Пройдено! Оу, oh, е! Yeah. А что дают тринкеты, я так и не понял.